Раз, два, три. Какой счет у нас с тобой, Артур, уже? Ой, уже, наверное, я не знаю, ты говоришь, монета, а что счет? 3-3 было только что, по серебру, и это твоя четвертая, походу. Чешуя опять. Чешуя. Какая-то она. Состояние не пойму. И материал не пойму. Медь. Ну, короче. Да, я побрызгаю. Короче, друзья, они, конечно, все такие, почти все. Разогнитесь. А, вот прям буквально 15-10 метров, наверное. От... Ну и причем тут чешуя к динарику. К динарику, да. От динарики и... Или серебро. Не, не серебро, да? Или что-то блестит? Не, а нет. Не, не. Нет, друзья. Вот такая вот монетка, короче. Тоже ничего не вижу. В общем, ладненько. Почистим, может быть, что-то покажем. А нет, то значит... Лысые. Не, ну не лысые, они с каким-то... А, с конем, с этим, видишь? Вот, хвост, голова со зверем. А, что-то есть, видишь, да, это да, зверь. Да, это вообще, ну, конь или что они там изображали. Лошадь, в общем, не знаю. Ну, здесь так, а здесь должны быть какие-то иероглифы. Ну, ничего не... Артур только сидит, до точки ставит. Да, да, сижу, точки ставлю в телефоне. Пока Женя бегает. Короче, да. Молодец. Круто. Круто. Сколько у нас уже времени? Я вообще не думала, что я сегодня что-то... Уже 2:30 ночи. Да, ходим. Реально, голова, хвост. Ладно, еще походим. Находки прут. Классно.